специалистов много мнений. У меня оказалось, что потолок сделан, а потом уже решили что-то со стенами делать. Ну, это, понятно, чревато тем, что потолок надо закрывать. Как его закрыть? Спасибо, жена подсказала. Я думал, обычной пленкой. А мы сделали пакетами. То есть берете мусорные пакеты, режете их, и вот так вот квадратиками все нормально держится. Да, и все будет хорошо.